Брысь. Валерий Константинович, здравствуйте. Мое видеообращение именно к вам. Выражаю огромную благодарность за ваш труд. Хочу поделиться своим опытом. Прошло 4 года, вырос у меня замечательный сад, благодаря вам. Вот такой урожай я собираю. Сегодня 24 июля. Хочу поделиться. Вот это ваши полукультурки, ваших косточек полукультурных. Посмотрите, какой урожай. Это красный папа. Ну, немного пройдемся по саду. Сейчас. Здесь у нас классический академик. Академик где-то Бродского. Черенки Бродского. Тоже урожай в этом хороший, в этом году хороший. Но они еще не столько начинают спеть. Здесь у нас амур, тоже урожай. На третий год дал столько вот плодов. Еще жесткие. Это ваша фаина. Тоже еще не спеет. Еще не спеет. Но скоро поспеет. Это тоже ваша полукультурка, косточки с вашего сада. Он поздний, достаточно крупный, вкусовые качества еще не знаю, как он, но должен быть вкусный. Вот какой урожай. Это Бая Левицкого. Тоже только начинает спеть. В этом году первый урожай у него. Первое цветение. Это ваш гибрид крупноплодный курдюмов. Плоды реально крупные. До 100 грамм будет вот, точно. Еще только-только вот начинают спеть тоже. Ну, как яблоки. Это тоже полукультурка. Причем все полукультурки, они сладкие. То есть вкусовые качества достаточно хорошие. Это трехгодовалый амур. Тоже урожай в этом году хороший на нем. Здесь у нас десертный.
Само название сорта говорит само за себя. Вкусный. Оператор тоже хочет. Очень вкусно. А сейчас пройдем к юбилейным. Это юбилейный. Черенки были взяты с Бродского. Первый год дал плоды. Вот. Еще не пробовал. Попробуем. Еще не до конца спелый. Оператора угостим. Спасибо. Косточки не надо? Ну пока все на этом. Привет из Дальнего Востока.